Вот доброе утро всем. И сегодня я буду снимать влог из клипа. Мне позвонят сейчас и скажут, что я должна сейчас, когда я выходить, должна об этом сейчас, я буду собираться. Так, что же мне одеть? Вот, это красиво. Поэтому, может быть, что-то в питании, и, наверное, или чего-то не хватает, одеть. Или, скорее всего, так, берем камеру. Избыток какого-то там, ну, не знаю, какого-то витамина или какого-то компонента, вот. Ой, здравствуйте, вы уже готовы выходить? Собрались? Да, я собралась, уже почти все сделала, уже готова почти выходить. Сейчас позавтракаю и уже бегу к вам. Ну хорошо, приходите в 14. Да, в 10. Вы хотели сказать в 11, так же было назначено. Да, в 11, приходите. Пип-пип. Он окей. Так, надо взять свой рюкзак, в который я складываю свои вещички. Ну, все равно, не-не-не, Владик, все равно, кроме кармана, хорошо, я смотрю, нюня. Вот мы тоже вроде хороший корм все покупаем, но вот мы видим, мне не хватает все равно этого, как бы. Вот ей надо сажать вот эту травку, все равно животное, одно дело, когда оно живет. Телефон и, в принципе, все, да? Собака. Одно дело, когда животное живет, ну, в природе, да, оно само себе там и листы гонит, и травку ест, и все оно, ну, ты понимаешь, да, вот оно само уже, себя уже завтракать, точно завтракать же надо. А завтракать буду сегодня. Если ты я вчера завтракала или обедала, уже не помню. Вот, а это... Верно. Ага. Хлопья. Не, ну это правильно, конечно, понятно. Хлопья с соком. А вот у нее, вот она получается на четырех стенах, она вообще как бы ограничена в этом. Знаешь, у нее тоже вот на голове какие-то струпы появились, мы не знаем от чего. Вот я тоже уже говорю, Саня, надо травку посадить ей. И вот сажаешь травку, она в принципе очень хорошо ее ест. И это, а вот мы даже у нас собака, и Ральфик тот же, и Кайзер, и сейчас Афина. Вот ты тоже, вот ты вроде всеми ее кормишь, она вроде сода. Ну ты знаешь, она, видишь, кизяка нажрется, шечусь нажрется, понимаешь, ну вот казалось бы, да? Вот, какой-то гимнаше. Но понимаешь, значит, ей что-то оно надо, значит, что-то она там находит, какое-то, что-то ей там не хватает в питании, правильно? Так. Ой, вот, так, давай. Вообще, опять же, сложно говорить. Она же просто так, если её... Ну все, приятного аппетита. Так само Ральфик, помню, тоже выбегал, и то кизяк хватает. Я, конечно, не люблю молоко, но хлопья с молоком – это вкусно. Ну, скорее всего, это связано с питанием. Вот это вот то, что ты говоришь. Понаблюдайте за ней. Ладно. Поменяйте шоссе. Ой, салфеточка. Точно. А, так, и выброшу уже в мусорник, когда пойду домой. Так. Доброе утро всем, покушали, отлично, спим. Пока камер, пока дом. Уже на съемках. Да понятно. Итак, понятно. Привет, девчонки, привет, идемте. Здравствуйте, вы куда? Мы с вами богатые, я самая богатая, мы на съемку клипа. Клипа какого, скажите название? Холодок. А, хорошо, выходите. А, если вы устанете, можете отдохнуть вот здесь. А, хорошо. Идемте, девочки. Вот мы тоже там, подождите, здесь ваша кошечка. Есть кошечка, которая тоже будет травку сниматься. Минус то, что очень быстро. Неделю-две, и все, надо пересаживать. Понятно. Ну что, я дальше работаю. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте.
О, здравствуйте. Да, я понимаю, но это самое, но он не ел вот эту таблетку, сколько не покупал, он не ел. Ню-ню, не знаю. Я тоже так сомневалась, я просто понимаю, что это не удар. Ты что, заболела? Что а нет, не так просто. Даже не слюной. Здравствуйте. Извините, тут другая одежда была. Так, вы все одеты по правилам, да? Да. Отлично, садитесь, будем вас спрашивать. Можно я первая? Садись, девочка. Мне 19. А, ну садись, ты с девушкой. Пришел с работы, не буду тебя задерживать, не буду собирать. Так, укладочка. Вот. Была тебя рада слышать. Танюша, привет. Давай, пока-пока, мой хороший. Я тебя обнимаю, целую. А можно вопрос? Зачем мне духи, если это будет YouTube? Камера же не передает запах. Не передает. Ну ладно. Да папа назвал. Так, хорошо, сейчас. Ну я ему тільки за розлити об'яснила, а розсипати я йому не дуже об'яснила. Я так і не поняла, що в нього, то він так теж сумбурно все говорить, мені треба маму, навіть. І він починає нервничати, і починає все, і багато інформації він не хоче чути, розумієш? Бо вона така кричка, звісно. Ні, діло не в тому, я йому тут об'яснила, а він уже ні, стой, я вже йду лити, все. Він, коротше, поняв. Йому треба піти в розлити, а потім він вже буде з нього розсипати. Отлично. Я йому сказала, так, папа, окей. Девочки, девочки, а вы тут все будете сейчас? После того, как все загримировали. Ну все, вы все загримированы. И проходите в зал, где будете снимать видео. Идемте, девочки. Слушай, я даже вчера в автобусе. Полдесятого. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Я тебе говорю, я уже сейчас полдесятого, и я уже... Здравствуйте, мы будем вас снимать. Да, извините. Слушай, прям вообще полдесятого, у меня это уже все. Старость, не радость. Сейчас мы вас загримируем. Вас уже загримировали, да? Да. Так, камеры. Камеры, моторы. Угу. Так, выбираем фон. Сейчас будем выбирать фон. Оставьте свои вещи вон там вот. Ага, хорошо. Так. И вот это вот так. Мы привыкли спать до 9 часов. Классно, сейчас бы я уже вела другий урок, третий урок. О, я уже за работу збиралася. О, я уже в'їхала. Блін, а я ще лежу. Каждое утро. Так, отлично. Я думаю, столько лет отпахать. Ага, выбираем, значит, у нас миленькая какая-то комнатка, выбираете. Миленькая комнатка. Вот миленькая комнатка. Шикарно. Теперь вид из окна. Отлично. Оля каждый день шла, плакала туда и сюда. Оля миливаться и говорили, боже, Лена Андреевна, а как вы это так ушли со школы? Ну вы даете, вы молодец, Лена Андреевна. Обалдеть. И что? Снимаем. Вот совсем новенькую, знаешь, наш. Сейчас притащим сюда все. Подождите. Хорошо. Нам говорят, да, вот вы так, видите, вот у вас новый виток пошел в жизнь, я такая вообще. Я да, Оля, вот уже просто развернулась и ушла, ну вы даете, ну вы обалдеть, ну вы это. Да, Оля, так вот, сама не понимаю, как я вырвалась, а говорю. Угу, угу. Так, держите. Молодец, правильно. Молодец. Так, сейчас мы притащим еще мебели. Вот. Да, Оля, да?
это сюда. Это растение вот сюда, и вот стол вот сюда. Стульчик сюда. И вот сюда это. Отлично. Так, продолжаем съемку. Так, все настроено. Песня, которую пели. А настроена. Девочки, уходите со сцены. Так, только вы поете. Давайте. Мальчик, где? Вообще, где мальчики? Я уже хотела начинать первый кадр. Да, здравствуйте, извините за опоздание. Все, садимся. Отлично, давайте. Все на свои места. Отлично. А вы пока что уходите. Первый дубль. Присветка. Кто забыл присветку? Кто ее сюда положил? Угу. Ну все, наконец-то снимаем. Первый кадр. После снятия 15 дублей. Отлично, можете идти отдыхать. Слушай, я так проголодалась. Пойдем, Аня, пойдем в кафешку. Идите, девчонки, нас мы тоже пойдем. Еды возьмем. Угу. А мы просто стояли и ничего не делали, поэтому мы не проголодались, сори. Следующий кадр будет с вами. Идемте. Бежим! Здравствуйте. Да, здравствуйте. Что берете? Мне, а, пожалуйста, вот эти вот лепешки. Я буду сэндвич и сок. Вот, держи. Угу. Спасибо. Мы уже хотим отдохнуть, поэтому я пошла отдыхать. Уже обед. Ладно. Нам, пожалуйста, водичку. Еще что? И вот эти вот лепешки, что это? Дай. Чего-то они нас бросили. И я, пожалуй, буду это самое колу и бургер держать. После перекуса. Фух, идемте, уже 6 вечера. Ну как не стыдно. Идемте. Нам надо снять еще 3 кадра, и мы уже домой пойдем. Угу. Кстати, нам надо поменять уже зону. Угу. Мы уже открываемся скоро. Мы знаем. Меняем сценку. Убирайте все быстро. Так, сейчас мы еще возьмем. Чуклаю.
снять сцену. Угу. Отлично. Теперь ваш выход с ними. Выходи, выходи. Конец, конец кадра, все. До свидания. На сегодня все. Мы сделали весь фильм. Осталось его только сделать, да? Да, мы сейчас все соединим. Не волнуйтесь. Отлично. Спасибо за участие. До свидания. Да, вам тоже спасибо большое. Ну что, всем пока. Муа-муа. Пока, подружка. Угу. Уже дома. Ребят, а на этом все. Я сейчас буду переодеваться и ложиться спать. Всем пока. На этом влог наш закончен. Муа.